Если произойдет просветление, то как узнать, что оно действительно произошло? Можно ли ошибочно полагать, что вы достигли просветления? Если произойдет просветление, вам это будет ясно как день. Такое событие невозможно пропустить. Вы его не пропустите. Но тут существует проблема, потому что сейчас это встречается повсеместно. За определенную плату на выходных вы можете достичь просветления. Вас объявят просветленным. Да? Это происходит повсюду. Если вы просто заплатите небольшую сумму, вы можете получить просветление за пару дней. Я помню, в 60-е в Калифорнии открылся сервис по просветлению. Я очень хорошо помню их рекламу. Если вы отправитесь в Индию, на это уйдет 12 лет трудностей и лишений. У нас $50, 30 минут, и вы достигнете просветления. Они просто использовали психоделические аппараты, включали определенные звуки и образы. Звуки и видеоряд просто взрывали людям мозг. Они выходили оттуда, как в тумане. Люди чувствовали, словно действительно чего-то достигли. Такая была реклама. $50, 30 минут. Если вы отправитесь в Индию, на это уйдет 12 лет трудностей и лишений. Здесь, в Калифорнии, новая, скоростная технология. Это старая технология из 60-х. Сейчас просочилась и в Индию. Некоторые люди приобрели такие машины и утверждают, что за выходные могут просветлить вас. Здесь не может быть сомнений. Если вы честны с собой, вы будете знать, что просветление не произошло. Но если вы участвуете в гонке, если вы хотите достичь просветления быстрее, чем кто-то другой, конечно, вы можете заявить, что вы просветленный. Но такой обман не нов на этой планете. Все это происходит уже очень давно. Но сейчас на помощь пришли современные технологии. В 60-е и 70-е довольно много экспериментировали с этим. Одни с психоделическими машинами, другие с психоделическими наркотиками. Люди принимали ЛСД и утверждали, что достигли просветления, потому что на какое-то время их восприятие расширилось. Но затем они вернулись обратно. Если они чрезмерно злоупотребляли этим, то теряли все. Они разрушали себя во всех смыслах. Некоторые даже умерли. Многие сходили с ума из-за злоупотребления психоделическими наркотиками. Но на несколько мгновений они по-настоящему чувствовали себя просветленными. По крайней мере, они так думали. Просветление — это не ваше действие. Это не что-то, что вы можете сделать. Просто если вы будете развивать свою систему, свое тело, ум, эмоции и энергию до максимальных возможностей, тогда внутри вас расцветет прекрасный цветок. Это не что-то, что вы сделали. Вы просто создали подходящие условия, и это произошло. В йогической культуре есть очень красивая история. Однажды в лесу гуляли 4 человека. Один из них был гнана-йогин, второй — бхакти-йогин, третий — карма-йогин и четвертый — крия-йогин. Обычно эти 4 человека никогда не могут быть вместе.
Потому что «гнана» означает «йога интеллекта». Он интеллектуал. И на всех остальных он смотрит сверху вниз. Он считает всех глупцами. Особенно этих бхакти-йогинов, которые только делают, что без конца повторяют «рам, рам». Для него они выглядят как кучка идиотов. Он терпеть их не может. Это так? Может ли такой человек общаться с бхакти-йогином? Нет, не может. Он их просто не выносит. Для бхакти-йогина важна преданность. Всех остальных ему просто жаль. Потому что, когда сам Бог присутствует здесь, как можно заниматься всей этой философией или умствованиями? Это просто глупо, не так ли? Достаточно лишь держать Бога за руку и идти с Ним в небеса. Поэтому бхакти-йогин жалеет остальных за всю глупость, которой они занимаются. Карма-йогин. Уверен в том, что все остальные — просто лентяи. Потому что, если хочешь, чтобы что-то произошло, нужно приложить усилия. Из-за того, что остальные ленивы и не хотят делать то, что необходимо, они и выдумали всю эту йогу. Но для того, чтобы в мире что-то произошло, вы должны совершать правильные действия. Такова йога-действие или карма-йога. Но самый надменный из всех — это крия-йогин. Потому что, в конце концов, все существование — это энергия. Если вы не преобразуете свою энергию, как может произойти трансформация? Как это возможно? Так что эти четыре человека обычно не способны поладить друг с другом. Но в этот день они все вместе шли по лесу. Внезапно разразилась гроза. Дождь лил, как из ведра. И четыре йогина бросились искать укрытие. Бхакти-йогин сказал, «В той стране есть древний храм. Укроемся там». Как преданный, он был хорошо знаком с расположением храмов, знал все до единого. Они доверились ему и побежали в указанном направлении. Все стены храма давно рухнули. Осталась только крыша в центре и несколько колонн. В центре стояла статуя божества. Йогины бросились туда. Не потому что искали Бога. Просто чтобы спрятаться от дождя. Они укрылись там на какое-то время, но дождь хлестал со всех сторон. Где бы они ни становились или ни садились, дождь доставал их. Единственное место, где они могли укрыться, — это рядом с божеством. Наконец, эти четверо просто сели и обняли божество. Не потому, что прониклись любовью к Богу, а просто, чтобы спрятаться от дождя. Внезапно перед ними появился Бог. В уме каждого из них возник один и тот же вопрос. Почему сейчас? Мы так много занимались йогой, так много поклонялись, делали пуджи. Он не появлялся. Теперь же мы просто спрятались от дождя, и он здесь. Почему сейчас? Бог сказал, «Наконец-то все вы четыре идиота собрались вместе». Без этих четырех составляющих внутри вас — головы, сердца, рук и энергии — пока все это не встанет на свои места, не достигнет своего максимума, этого не произойдет. Но если это произойдет, есть ли вероятность того, что я этого не замечу? Так не бывает. Даже слепой знает, что солнце встало. Не так ли? Да?
Даже если вы не зрячий, вы все равно знаете, что солнце встало, потому что никто не может этого не заметить. Это не какое-то незначительное событие, которое останется незамеченным. Вы можете не знать, рождены вы или нет, но если вы станете просветленным, вы будете об этом знать. Это нечто гораздо большее. Рождение происходит много раз. Просветление — только один.